Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, в этом видео мы хотим вам указать наилучшее время для стрижек в октябре, для того, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие. Итак, возьмите ручку и бумагу и запишите эти даты. Ну а далее мы вам скажем еще и время. Итак, вы можете стричься и привлекать благополучие 11 октября, 14, 21, 22 и 23 октября. Стригитесь и привлекайте благополучие. Итак, 11 октября. Знаете, стрижка волос в этот день стимулирует приток положительной энергии в вашу сторону. Окрашивание волос поможет вам наладить отношения с коллегами или вашим работодателем. 14 октября вы можете стричься с 2 часов 44 минуты по московскому времени. Это благоприятный день для стрижки и окрашивания волос. Стрижка в этот день принесет вам удачу в финансовых и рабочих делах. Далее у нас 21 октября. 21 октября вы можете начать стричься с 9 часов 49 минут по московскому времени. Знаете, это благоприятный день. Стрижка волос поможет в этот день стабилизировать эмоциональное ваше состояние и отрешиться от проблем. Окрашивание волос приведет к установлению деловых связей и отношений. Далее 22 октября по 23 октября, а если быть более точнее, то 22 октября с 14 часов 25 минут по 23 октября до 15 часов 9 минут по московскому времени. Считается это благоприятным временем для стрижки и окрашивания волос. Так вы привлечете положительную энергию и станете магнитом для противоположного пола. Также вы можете попросить, чтобы вас подстригли даже совсем немного в эти дни. Знаете, вот чисто символически. И напоминаем, что подстригать себя самому категорически запрещено. В противном случае вы можете отрезать путь к вашей удаче. Друзья, теперь вы знаете, какое же все-таки лучшее время для стрижки волос в октябре 2020 года. Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео, смотрите обязательно другие видео. Ну а мы с вами прощаемся и услышимся в следующем видео.